Белорусские католики смогут приобщиться к совместной с Папой Римским молитве. Осенью, когда понтифик посетит Вильнюс и Каунас, на встречу отправится группа паломников из нашей страны. Это первый за 25 лет визит главы Святого Престола в Прибалтику. В 1994-м Литву посещал Папа Иоанн Павел II. В маршруте Франциска сейчас также Латвия и Эстония. 22-23 он будет в Вильнюсе и в Каунасе. 22-го в Вильнюсе на пляцу перед катедрой отбудется споткание с молодью, а 23-го в Каунасе, на том самом месте, где святую имшу целебровал Иоанн Павел II 25 годов тому, так само Папа Франциск будет целебровать святую имшу. Еще неведомые годины, когда это отбудется. Я в контакте с литовским епископатом и уже призначены святарь, который отказан за организацию пилигримки на споткание с папом. Сколько белорусов отправятся в паломничество, пока неизвестно. Ранее белорусские епископы передали приглашение папе посетить нашу страну. И понтифик не исключил, что визит состоится в будущем. Что же касается ближайших событий, сегодня митрополит Минско-Могилевский возглавит процессию Крестового пути в Минске. В костелах вознесут молитвы о погибших в торговом центре в Кемерово.